Всем кого? Камеру? Да. Сейчас подам. Всем привет. Мы сегодня уже выезжаем в садик. Сегодня понедельник у нас. Вот. Едем мы в садик. Даня вот такой красивый. Сейчас подам. Рассказал, как у него дела, что он делает. Показывал вот садик. Вот много машинок, да, все родители. Мы собрались покататься со скейтом вот. И у Валика на шлеме будет камера. Будет удобно и прикольно. Попробуем. Да. Едем за Даней, приехали домой. Мы пока, короче, собрались, пока покупались. Уже время за Даней, нужно ехать, бежать уже срочно. Короче, и мы быстренько вылетели. И едем за Даней. Ой, капец, я так устала. Мы на жаре были, у меня нету кепки.
Она как бы есть, но она помятая, короче, дома лежит где-то. Да не, она еще нормальная по сравнению с моей. Ну да. Ну она уже помятая кись. И она мне не больше не подходит почему-то. Вот. И этот. И голову напекло. Устали, ужас. Сегодня мы с Даней едем в больницу. Нам на 4. На 4.30. На 4.30. Забрали Даню. Но он там сидит довольный, уставший. Он да? Вроде не сильно устал. Ну, он такой, он неразговорчивый, когда уставший, поэтому он такой немножечко. Вечером пойдет гулять с Геннадием, да, на площадке? Пойдешь? Он занят, он кушает, ну, бабушка. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Едем сейчас уже домой. Да. Посидим чуть-чуть дома, потом в это. У меня дома где-то лежит сыночек. Висит в шкафу. В шкафу висит. Ну сделай правильно. Вот. Ай-яй-яй, уй-уй-уй. Короче, мы только что проехались. Тихо, тихо. Мы проехались только что на парковке. Даня сидел за рулем. Блин, я не засняла. Я что-то настолько была под впечатлением от того, какой Даня счастливый тут ехал за рулем. И вообще, ему очень понравилось. Ну, смотришь, куда ты идешь. Короче, я была в шоке просто. Не злой. Мы сейчас едем в больницу. Даня не хотел. Ты моя кисечка. Потом гулять поедем, да. Ой, короче, какой классный. Надеюсь, что сейчас нам все выпишут, там что-то новое, пропишут лекарство. А то я уже устала с этим кашлем бороться. Нам выписали анализы, лекарства. А Дане нужно сдать кровь на аллергены и кровь на общий анализ крови. Но аллергены на разные вообще, там и на кошек, и на собак, и на пыль, и на цветы, и на все-все-все мы сдадим анализы. И будем уже со спокойной душой просто, честно. Но кашель, конечно, непонятно из-за чего. Но я надеюсь, что эти анализы покажут, из-за чего кашель. Мы ему сказали, что очень долго, что надо на все сдать анализы. Главное, скажи, что не надо ждать полтора месяца. А, да. И не надо ждать полтора месяца. В пятницу мы все сдадим. В эту пятницу, да, и узнаем результаты уже в понедельник. Так что это вообще супер, потому что я свои ждала полтора месяца. Реально, полтора месяца я ждала, пока мне на аллергены эти можно будет сдать анализ. И он же ждал сколько времени, чтобы сдать. Да, и Даня тогда, когда на аллергию ждал, тоже очень долго. Полтора месяца почти тоже. Полтора месяца, да. Ужас. Да, в этот раз вообще нам повезло. Супер. Просто послушайте, что наш сын говорит в 3 года. А ну, расскажи. Расскажи еще раз повторно, пожалуйста, куда нам нужно ехать и для чего? Надо покрасить машину и двигатель. Так вот, что... Не, нормально же, скажи, нормально. Расскажи, как ты папе только что рассказывал. Да. Эх, камера сразу меняет. Да. На камеру ребенка подменили. В общем, что я хотела сказать, что в свои 3 года Даня у нас знает такие слова, что я просто в шоке. Он говорит, нужно поехать в мастерскую, поменять двигатель, поменять колеса, покрасить машину. Говорит, и она станет очень быстрая. И вот, ну, прям двигатель, мастерская, все дела, вот, все рассказывает. И говорит, что там это бесплатно. Говорит, там нету дырочки, куда денежку вставлять, значит, это без денежек надо туда идти. Весело. Вот такой вот у нас ребенок, смышленый. Да.
Я тебя люблю, сыночек. Мы вышли погулять с Даней. Он тут уже... А я не снимала вообще? Или снимала? Даня тут нашел своих друзей с садика. Ена, Катя. И все вместе играются в песочнице. В общем, ребята, я сегодня так расстроилась, то, что у меня видео почему-то... Почему-то оно выгрузилось, короче, не 16 минут, а 9 минут. Сломалось видео. И меня это так сильно разозлило. Вообще, я 3 раза или 4 раза пыталась залить на YouTube видео. В итоге я сначала 2 минуты, потом 9 минут. Короче, все, 9 минут выгрузилось, оно не полное, и полного не будет. Так что вот так вот. У нас прохладно, пасмурно что-то. Утром было жарко, ну, днем. А сейчас, короче, прохладно. Будем мы ложиться отдыхать. Ну, Даня будет спать ложиться, а мы будем потом смотреть фильм. Так что увидимся с вами завтра. И всем пока.